Круглогодичный курорт Белокуриха. Сюда в любое время года стекается огромное количество туристов. А в связи с закрытием границ отдыхающих в Алтайской здравнице стало еще больше. С закрытием дорог за границу здесь очень много стало. Чем больше отдыхающих, тем больше у нас работы. На данный момент вот сейчас забронировано много путевок. Будет с мая заезд хороший. Москва приезжает, да. В принципе, даже и возвращаются. Потом несколько раз есть постоянные гости, которые любят Белокуриху, им здесь нравится. Также с регионов Сибири приезжают. Ажиотаж спровоцировал и рост цен. Если в обычных домиках, которые сдают местные, можно арендовать жилье от 1000 рублей, то цена в некоторых санаториях выросла еще в марте. Отдых с лечением теперь стоит от 5000 рублей за сутки. Но туристы готовы платить. Почему выбираете Алтайский край? Нам очень нравится здесь воздух, природа, люди, отдых. За границей меня не волнует. Мне больше нравятся наши российские курорты. Границы закрывают. Это хорошая альтернатива отдыху нашему российскому? Да, конечно. Конечно, хорошая. Это однозначно. Алтай развиваться будет. Это знаменитое озеро Ая. Пока еще покрыто ледяной коркой. Вокруг десятки баз. В сезон здесь яблоку негде упасть. Чтобы полюбоваться видами, за стандартный двухместный номер придется заплатить в сезон около 4000 рублей. Сейчас наполняемость на турбазах Алтайского края небольшая, еще не сезон, но уже в мае сюда заедет огромное количество туристов, причем из самых отдаленных уголков нашей страны. 1000 рублей в час на конные прогулки небывалый спрос, рассказывают гиды. Туристы, которые приезжают на Алтай, предпочитают не только отдых на берегу Катуни, но и активное катание на лошадях. Существует стереотип, что лошади на Алтае неспокойные. Но как только турист садится в седло, этот стереотип развеивается. Сначала, получается, люди приходят, им страшно, они садятся на них, страшно очень им становится. Но они не расслаблены такие. А потом уже, когда гуляем по леску, в горы поднимаемся, уже маленько начинают расслабляться. Еще один центр притяжений – горный. В Республику Алтай ежегодно приезжают миллионы туристов. По сравнению с допандемийными временами, количество туристов, приезжающих на Алтай, выросло в 2 раза. Это поспособствовало развитию авиасообщения между Горно-Алтайском и другими регионами нашей страны. Так, в прошлом году напрямую в Горно-Алтай стали летать самолеты из Казани, Питера, Новосибирска и Екатеринбурга. А в этом году прибавится еще и Сургут. Причем, отмечают кураторы турцентра, популярным местом для отдыха, начиная с прошлого года, стали отдаленные районы Горного, а не только Чимал. Люди все чаще едут посмотреть на наш Марс, марсианские пейзажи. Конечно, Усть-Коксинский район благодаря горе Белуха набирает тоже популярность. И многие сейчас прилетают именно в Усть-Коксу. Ну, этому тоже способствует внутреннее авиасообщение. У нас есть рейсы в Кошагач, в Коксу. Стоимость отдыха тоже выросла, но связано это с экономической ситуацией в целом, говорят специалисты. Тем не менее, отдохнуть на Алтае по-прежнему может человек с любым уровнем дохода. А вот что специалисты советуют для развития туристической отрасли? И почем в целом отдых этого года, мы расскажем в специальном репортаже в субботу. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.